открывает концерт композиция из альбома Николая Винскевича «California Spirit». Вся музыка в нем его авторство. И хоть пластинка вышла 2 года назад, некоторые мелодии куряне еще не слышали в живом исполнении. Не концерт, палитра импровизаций, густые динамичные вибрации, рядом пастельные, но глубокие эпитафии. Посвящение тем, кого больше нет с нами. Барабанщик и педагог Николай Емельянов, музыковед Лариса Мандрик, американский пианист и композитор Чик Корея. Выдающийся гений пианистической джазовой школы, гениальный композитор, там, лауреат 23 Грэмми, ушел вот буквально там еще 2 недель не прошло. И для всех музыкантов это шок. Но здравствует любовь. Любовь – единственное чувство, способное помочь пережить даже большое горе. И музыка как проводник, возможность закрыть глаза и соединиться с тем, кого или что любишь. Это очень важное чувство, которое невозможно сымитировать. Это или есть, или нет. Если оно к чему-то, к кому-то есть, стоит это беречь, ценить. Вот. И я рад, что есть повод поговорить о том, что мы любим, кого мы любим. И все же праздник. Нежные ноты грусти накрывает волной отточенных джазовых тактов. На сцене Ксения Коробкова практически с сольным концертом, шутит Винскевич. Хрупкая певица с голосом, заряжающим любовью. И ритмами песни бренда фестиваля «Viva l'amor» уже такими родными. У нас любовью создано. То есть автор, который ее писал, конечно же, делал это от чистого сердца. А нас любовью... Ведь там целая история, как придумывался текст, как Ким Назарян услышала, ей понравилась эта мелодия. Это ведь тоже вложение еще одной любви. То есть любовь уже помножилась на любовь. Добавились любови всех музыкантов, которые это записали, сыграли. Та любовь зрителей, которые поют вот эту заветную нашу вокальную строчку. Уже 30 апреля в Международный день джаза Винскевича презентуют новый альбом, записанный вместе с известным исполнителем Борисом Андриановым. Виолончельные сюиты Баха, обрамленные аранжировками Леонида Винскевича. Анна Пикулина, Юлия Матвеева, Семен Ковтонюк. События дня.